Люди в спецкостюмах все чаще появляются во дворах города. Бригады врываются в подъезды с разбрызгивателями в руках. Это новая экипировка сотрудников жилкомхоза. Каждый день они дезинфицируют лестничные клетки, почтовые ящики и домофоны. Также обрабатывают перила, лавочки и детские площадки. Ежедневно мы обрабатываем поручни, ручки, лифты, где в особенности берутся руками. Все дезсредства, заверяют специалисты, безвредны для человека и окружающей среды. Однако коврик перед входной дверью советуют убрать. Мы, сотрудники Центра гигиены, постоянно участвуем в этих обработках и контролируем качество ее проведения. Также мы контролируем качество проведения обработок и уборки остановочных пунктов. Машины со специальным раствором в баллонах выезжают на городские улицы каждый вечер, моют остановки и тротуар. К работам привлечены две единицы техники, поливомоечные машины. Работы выполняют подготовленные люди, обеспеченные индивидуальными средствами защиты. Скоро к этому списку прибавятся парки и другие общественные места. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.